Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас обзорчик на жемчужного гурами. Это одна из очень самых красивых рыб, на мой вкус, соответственно. Особенно самцы во время нереста. В это время у них становится красный живот и красное горлышко, и полыхает он как флаг Советского Союза. Жемчужного гурами относят к лабиринтовым рыбкам. Таким образом, аэрация воды не обязательно, но, как и все рыбки, они усваивают кислород, растворенный в воде. Жемчужный гурами может дышать воздухом с поверхности и выживает в очень суровых условиях. При этом важно, чтобы температура воздуха в комнате и самом аквариуме примерно совпадала. В противном случае возможно проблемы заработать сам лабиринтовый аппарат гурами. Температура воды должна быть в районе 24-28 градусов. А под остальное адаптируется, в принципе, без проблем. Ну, pH, в принципе, не так важен, но желательно, конечно, 6,5 и до 8,5. Данные гурами могут издавать различные звуки, особенно во время нереста. Вырастают примерно до 12 сантиметров, но обычно меньше, где-то в районе 8-10 сантиметров. Живут, ну, как правило, 8, долгожитель доживает до 10 лет. Как видите, у них очень необычная окраска, такая, скажем, космическая. Длинные усы, черная полоса и такие черные, точнее не черные, а белые кружочки по всему телу расположены. Что их и отличает, в принципе, от других гурами. Поведение рыбка очень скромное. Для содержания желательно аквариум не менее 50 литров, это если они маленькие. Когда они уже вырастают, то должен быть аквариум минимум 100 литров, минимум. При этом большую часть аквариума желательно завести растения в аквариуме, большую часть аквариума, чтобы была зелень. Ну и, конечно же, свободное место для плавания этих замечательных рыб. Замечу то, что в некоторых районах, особенно в Таиланде, популяция почти исчезла. Данные рыбки занесены уже в Красную книгу как исчезающий вид. Поэтому в природе, как правило, их уже не ловят, а разводят на фермах. С чем это связано? Ну, я думаю, и так понятно. Из-за того, что люди все больше и больше осваивают под себя местность, портят воду и так далее. Одной из особенностей является у этих, кстати, рыб охота. Да-да, эти рыбки умеют охотиться. По крайней мере, в живой природе. В аквариуме это трудно увидеть, но в живой природе это увидеть достаточно легко. Как это происходит? Делают они это так. Гурами замирают у поверхности воды, высматривая добычу. Как правило, добыча – это насекомые. Как только насекомое окажется в пределах досягаемости, он плюет в него струей воды, сбивая его, соответственно, саму воду, после чего съедает. Гурами жемчужный непихотлив и хорошо подходит для начинающих аквариумистов. Но не забывайте про то, что я говорил в самом начале, это температура воды и температура воздуха должна совпадать, как можно, ну, как максимально приближенно должна быть. Адаптируется, в принципе, к другим условиям достаточно легко. Кормление. Жемчужные гурами неприхотливы в еде, питаются при живой природе личинками, насекомыми, зоопланктонами. В аквариуме же ест все виды кормов – живые, замороженные, искусственные. Основное питание, конечно же, это искусственные корма – хлопья, гранулы и так далее. А дополнительный корм, как правило, замороженный или живой. Но помните, что у гурами небольшой рот, поэтому, в принципе, большой корм какой-нибудь крупный – в рот ему не поместится, проглотить он его, к сожалению, не сможет. Не сможет его проглотить. Второй особенностью, которая обладает гурами, это то, что он поедает гидру. Но о гидре поговорим отдельно. Гидра – это
Это маленькое сидячее кишечно-полосое существо, которое имеет щупальца с ядом, может охотиться на моряка и мелкую рыбу. Такие гуси нежелательны для аквариума. Разведение. От самки отличить достаточно легко, как я уже говорил. Самец крупнее, более изящный, ярче у него окрас во время нереста. Ну, заостренный спиной плавник еще, конечно же, как это часто бывает. У самки он круглый, она более полная, к тому же легко определить пол во время нереста из-за того, что поведение у самцов очень сильно меняется, они начинают между собой биться. Как это делают целующиеся гурами, кто, конечно же, это наблюдал. Перед нерестом пару обильно кормят живыми кормами. Обычно, готовя к нересту, самку готовится к нересту, когда самочка, она ощутимо полнеет, становится такой прям округлой. Объем нереста яйка минимальный, это 50 литров. Желательно, конечно же, на 100 литров, при этом уровень воды снизить в пределах 10-13 сантиметров. Дальше все как обычно, откладывают икру, как правило, ближе к утру. И самку самцом со временем желательно, конечно же, оттуда его убрать. На этом все, что я хотел вам сегодня про них рассказать. В дальнейшем просто рекомендую посмотреть до конца это видео, полюбоваться этой рыбкой под хорошую музыку. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.